Бабушкинский суд повторно вынес решение об аресте экс-главы Раменского района Андрея Кулакова, которого обвиняют в убийстве заместителя председателя районной общественной палаты Евгении Исаенковой. По некоторым данным, у них была любовная связь. Ранее Мосгорсуд отменил постановление о содержании Кулакова под стражей. Яна Гордиенко следила за процессом и выходит на прямую связь со студией. Яна, я тебя приветствую снова. Расскажи, пожалуйста, подробности, как прошло заседание суда. Олег, здравствуй. Вот второй раз за месяц уже Андрею Кулакову избирают меру пресечения. Пришли его сегодня поддержать близкие друзья, а также жена Кулакова. Несмотря на измену, она все равно приехала поддержать мужа и, можно сказать, осталась ему верна. Вы верите в виновность своего супруга? Нет. А вы знали о его связях в стране? Скажите, пожалуйста. Юр. Сегодня Андрей Кулаков был достаточно открыт с журналистами, отвечал на все вопросы и сказал, что своей вины в убийстве Евгении Исаенковой не признает. Почему считают, что убил я? Большой вопрос. Потому что кроме каких-то домыслов, в основании ареста моего я не нашел. Экс-сенатор Раменского, экс-глава Раменского района сегодня в суде озвучил свое алиби. Его подтвердила и жена, и также адвокат ходатайствовал о приобщении к делу свидетелей, да, опроса свидетелей именно консьержа. Все они говорят о том, что в ночь на убийство Андрей Кулаков находился дома с семьей и никуда не выезжал. Также к делу приобщили и видеокамеры, но все же... Но следователи, которые предоставили, опять же, ДНК-экспертизу и полиграф, который провалил Андрей Кулаков, убедили суд в том, что он до сих пор является главным подозреваемым в убийстве. Говорил об этом в суде, что такое ощущение, что другие версии не рассматриваются просто следователем. Хотя, в принципе, это его обязанность. Иначе о какой законности можно вести речь, можно говорить о какой законности, если он не рассматривает другие версии произошедшего. А для этого, конечно, нужно больше времени, нужно больше усилий и так далее. А это самая простая версия. Адвокат сказал, что в очередной раз решение бабушкинского суда они будут обжаловать. Ну а в целом вот это преступление в СМИ уже окрестили детективом Подмосковья. Очень много деталей всплыли наружу, очень много мотивов до сих пор непонятны. И с каждым заседанием, на каждом новом заседании в суде вскрываются новые подробности. Например, сегодня Андрей Кулаков заявил, что до убийства он планировал снять квартиру и проживать там вместе с Евгенией Исаенковой. Олег, тебе слово.